Еще раз с праздником. 20-й юбилейный фестиваль военно-исторической реконструкции «Душоновские маневры» продолжается в день города Щелково и Щелковского района. Любой, кто хоть раз посещал это грандиозное мероприятие, знает, что оно посвящено величайшим событиям культуры и быта России. Однако в этот раз фестиваль немного вышел за рамки отечественной истории. Можно также увидеть поселение коренных американцев. Средневековое оружие и доспехи, а также быт времен борьбы между севером и югом гражданской войны, прошедшей в Соединенных Штатах Америки в 19 веке. На этой локации, как мы ее называем, локация, представлена почта времен войны. Как мы видим, оборудование достаточно скромное. Первое время Линкольн управлял своей армией с помощью почты, с помощью писем. Он считал, что писем, которые он пишет, они достаточно оперативно доставляются и служат таким вдохновляющим началом для войск. Однако через некоторое время он таки освоил телеграф, и телеграфная линия постоянно сопутствовала северянам. Они умудрялись протягивать линии в места проведения боевых действий, и таким образом Линкольн мог управлять войсками очень оперативно. Я из Польши и приехал прямо с времени эпох, с большого фестиваля военно-исторического. Я представляю так называемый север, милицию. Значит, очень было много добровольческих подразделений, которые формировались на севере. Это 70% территории тогда Соединенных Штатов, годы 1861-65. И тогда очень много было красного цвета из-за влияние итальянских галибарди, из-за влияния французской революции. Мой сосед одет как кавалерист или артиллерист. Дело в том, что очень много было в перемешку ношенной формы. Допускалось носить в лагере только рубаху, вот как я. У южан, которых вы видите здесь около нас, цвет серый или коричневый. Дело в том, что все другие цвета были уже заняты другими армиями в мире. Потому что надо понимать, что юг все-таки поддерживал Европу, в первую очередь Великобритания. Рабочая сила была из рабов, вот, и обстановка была такова, что юг не признавал вообще существования интересов общих и считали, что их президент и их государство должны быть независимы от севера, то есть от Линкольна, то есть от Вашингтона. Поэтому началась гражданская война. Одно из самых увлекательных событий военно-исторического фестиваля «Душоновские маневры» сейчас состоится на пляже в городском парке. Здесь пройдет высадка боевой ладьи варягов. Отпор иноземным захватчикам дадут бравые дружинники русичи. Ну, хочется сказать, что мы являемся свидетелем замечательного события. Впервые за всю историю парка здесь проводится историческая реконструкция событий XI века.
11 век, это же, знаете, замечательная такая традиция, когда еще была Русь единой, еще до раздробленности Руси, и шла война с печенегами, с викингами. Замечательно вы выполнили реставраторы, то есть им огромное спасибо, низкий поклон, вот то, что они сделали. И вот это для молодежи пример. Мы смотрели один из возможных сценариев, как происходило, так сказать, знакомство и обмен опытом между северными жителями, между жителями Северной Руси и пришлыми скандинавами, которые зачастую приходили сюда за добычей, но также очень часто оставались на службе у русских князей. Поздравляем от всей души жителей Щелковского района с праздником и хотим, чтобы пожелать, чтобы память о великих сражениях наших предков, она жила вечно. Вот, ради этого, собственно, мы и делаем каждую реконструкцию, для того, чтобы память о подвигах, память о героях, она как бы шла сквозь века. Хочется, чтобы люди помнили своих предков, дедов и ценили то, что они для них сделали, и чтобы это навсегда было в их сердцах.